Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, сегодня видосик выходит чуть попозже. Я опоздал с работы, пока добрался. Ну и вот сажусь, пилю, сразу монтирую и выпускаю. Так что не обессудьте, поставьте мне лайкосик, подпишитесь на канал, кто не подписан. И зайдите в комментарии, там будет ссылочка на Яндекс.Дзен. Если не тяжело, посмотрите пару видосов, подпишитесь и подпишитесь на второй канал. Ну что, поехали. Значит, смотрите, вчера мы получили посылку от Рихарда. Она пришла не с Латвии, а с Литвы, я вроде правильно сказал. Оттуда вам можно отправлять с аккумуляторными батареями. Поэтому вот эти все телефоны, которые мне прислал Рихард, они должны быть с аккумами. Поэтому сейчас будем все с вами проверять. У нас сегодня с вами вот такой вот Huawei от компании Google. Далее в идеальном состоянии Alcatel-ка. Очень классный телефончик. Ух ты, красава какая. Дальше есть телефончик LG, не знаю, запаролен, не запаролен. Далее есть вот такой вот, или 770, или как, гляньте, где камера находится, интересно. Тоже интересный телефон от компании Samsung, запаролен на Vodafone. Что-то мне кажется, сейчас будем смотреть. А ну, вроде не написано ничего, ну не знаю. Вот такое у нас крепление. Заглушка выломана, потому что иногда мне пишут вопросы, а есть ли заглушка? Ребят, как может остаться быть заглушка, если телефону 12 лет, и резина, как мы знаем, со временем просто выходит из строя. Поэтому заглушки это очень редко. Далее, Семен Семенович в хорошем состоянии. Так, что это за модель? А, впереди написано 55, извините, туплю. Далее, вот такой вот телефон Build. Я уже поговорю, почему. Ох, тут экран битый. Ёли-пали. Но он в пленках весь. Прикиньте. Должна аккумуляторка быть рабочая, но что-то она не включается. А вообще, есть ли тут аккумулятор? У меня такой лежит, да. И смотрите, от чего стоит аккумулятор. От телефона Hyundai. Помните, я вам говорил, что они подходят? Вот такой мы с вами проверяли. Я подключал бесперебойник наш. И кто это у нас от компании Vodafone? Телефон Sharp. Похож на какую-то другую модель. О, он тоже с аккумулятором. Класс. Ну, не знаю, залочен, не залочен. Сейчас будем все с вами смотреть, проверять. Так. Made in Japan, японец. Ха, ребята, это вам как-никак. Panasonic, Sony, Sharp. Все, Япония. Ну, не знаю, ребят, будут, не будут работать. Тут такие блатные клеммы, смотрите. Что к ним не подвяжешься лабораторником, очень неудобно. А зарядить аккумулятор удобно. Сюда жабку кинем. Ой, не жабку, а клемники. И попробуем подсоединиться. И кто у нас еще с вами? Это у нас телефон Motorola. Рихард решил мне потягать по Моторолам. Но это интересно. Интересные аппаратики, спасибо ему огромное. И вот такие вот были оригинальные аккумуляторы от компании Motorola. Так, стопудово он разряжен. Да, эти аккумуляторы очень старые. И поэтому зарядить я даже не знаю, как получится или нет. Так, вот так вытягиваем аккум. Ну вот, что я и хотел сказать. Болячка этих всех Motorola, у них отгнивает вот этот контакт. Все, он, его здесь нет. Вон, видите? Он должен вот так выпирать. А он просто лопается, вот тут он перегнивает. Ну, это болезнь их. Поэтому Germany by Motorola, made in Germany by Motorola. Сделано в Германии для Motorola. Поняли? Это вам не китайский шмурдяк какой-то. Поэтому я не знаю, если у меня получится вот этот контакт вытянуть сюда каким-то... Я даже не знаю, каким образом. Ну, скорее всего, когда вытягивали, вставляли аккумулятор, он просто вылетел. Видите, здесь еще вот есть подпружине. Не знаю, видите, тут написано плюс, минус. И поэтому, как его запитывать, чтобы его не спалить. Короче, надо будет как-то разогнать аккумулятор. Не знаю, сейчас попробую включить наш лабораторник любимый. У него стоит на 5 вольт.
И попробую сейчас, лишь бы не было взрыва в эфире. Так что готовьте уши, будем взрывать. Да, аккумулятор мертвый. Нет, 0,7 ампер, 0,6 ампер, 0,5 ампер и умер. Я не знаю, как его разгонять. Как разгоняются вот эти вот аккумуляторы? Это написано аккумулятор никель, никель-металл-гибрид. Это такие батареи, я знаю. По уму, вообще по уму, если честно, тут можно воткнуть 4, если подобрать по номиналу, 4 пальцевых батарейки. Смотрите, 1, 2, 3, 4 микропальца. Оставить вот эту вот основу, разрезать, она в пластике. И попробовать, наверное, так я так и сделаю потом. Посмотрю где-то видосики, может кто-то из ребят делал. Это я уже думал, потому что по-другому никак не получится. И проверить его я не хочу палить. Я пробовал подключать на клеммы. Один из телефонов, еще до Рихарда, я таких хотел покупал. Я их просто поспалил. У меня, наверное, штук где-то 15 валяется. Ну, не валяется, а лежит в коробке. Ну, это вот модель называется C520. Я подсоединял сюда, телефон не включался, я с дуру прилепил сюда, он как бжж, как бахнул, были искры фейерверки, но я их не заснял, увы. Так, давайте смотреть вот этот вот. Значит, что у нас тут? Это у нас шарпик, значит, плюс внутри, минус снаружи. Делаем здесь меньше вольт, чтобы не было взрыва в эфире. Так, плюс, минус. Во время, говорит, эфира никто не пострадал. Так и у нас будет. Вот, видите, за что я вам говорю? К нему прилепиться, это... Я не знаю, каким образом. Вот, видите, только чуть в сторону его убрал. А, ну, мне хотя бы включить. Не, ребят. Этот отошел, этот есть. Этот есть, этот отошел. Этот отошел, этот есть. Короче, пока я, наверное, не заряжу, ребят, аккумулятор, чтобы я не спалил телефон. Нет, не хочет включаться. Что-то блымает. Наверное, надо еще коротить центральный контакт. Да, не буду морочить голову. Считаем пока, что он неисправный. Ну, хотя, может, и исправно. Я не могу. Короче, судить, надо заряжать аккумулятор. Вот этот вот, тут стопудово битый дисплей. Вот этот вот Hyundai. Сейчас мы с вами проверим. Значит, у него плюс с этой стороны. Вот так, плюсик. Плюсик, плюсик, плюсик. А с этой стороны минусик. Да, и как вот его подсоединить, чтобы не спалить? Ребята, что я морочу голову? Мы берем, они у меня лежали все в одной коробке, с этого Hyundai, и переставляем вот так. Ха! Ну да, вот он, битый дисплей, то, что я вам говорил, смотрите. Видите? Ну, как-то так. Обидно, конечно, но не смертельно. Да. Так. Ну, классные телефоны, не знаю. Они очень мне нравятся. Особенно вот этот вот. Он такой, знаете, добротный. Корея, кстати, написано. Не Китай. Made in Hyundai Seoul Корея. Хе. Нечаянно. Нечаянно пост. Так, дальше. А55. Что ты нам расскажешь, друг? Дружбанчик. Дружбанчик-нежданчик. Так, ребят, тут у нас пароль на Vodafone. Поэтому, если телефон и включится, то он 100% будет запаролен на компанию Vodafone. Так, а как нам проверить? Нам нужен Akebi. Так, ну что, взял я новую Akebi, заряженную. Это она. Или я их опять попутал местами? Вот она, не то взял. Так, Siemens BS Spirit. И Phone Distracted Supply Code. То, что я вам и говорил. Но тут понятно, тут у нас стоит Vodafone, поэтому надо взять код, ввести код, заодно сниму видосик по разблокировке и посмотрю на компании Vodafone, если он в списке именно данный телефон. Да, ребята меня просят помочь распаролить. Ребят, не все телефоны распараливаются. Некоторые снимаются
прошивкой я это не умею. А сайт T-Mobile, который был бесплатный, сейчас они делают только за деньги. Даже я свои телефоны не могу распаролить. Поэтому без обид, если водофоновские некоторые я могу распаролить. И опять же, только если телефон Vodafone и только если Германия. Если не Германия, у меня ничего не получится. Я не, как говорится, я самоучка, поэтому если надо что-то аккуратно, идите в ателье, ребята вам сделают. Те именно, которые занимаются по профилю. Это у меня хобби. Это не то, что там заработок какой-то сильный. Это так, лишь бы штаны не упали. Да ёлы-палы, как я же вот ненавижу вот эти самсунговские вот эти клемники идиотские. Вот честно, идиотские. Что никак не подлезешь к ним. Так. Так, что-то у меня сегодня все с рук валится. Так, бежал вам видосик запилить и... Так, Z500V. Включили. Все, буду заряжать и потом смотреть. От компании Vodafone, видите? Все. Потому что проверять в таком состоянии, когда клемники залипают друг на друга, это можно просто спалить и сделать коротыш. И сделать из нормального телефона просто трупяк. Поэтому я как-то не хочу. Видели, да, модельку Z500V? Первый раз такая у меня. Я думал, это та модель, которую я видел, но увы. И вот это мой любимый телефон, который я не знаю, как правильно делать распиновку. Не могу сейчас найти на него нигде ни на OLX зарядников. Если есть зарядники оригинальные, то там цену лупят, что она этого не стоит. Так, ну смотрите, акумка вообще в идеале. Так. Ну думал, может, знаете, русский авось, а вдруг зарядится, а она... То есть заряжена, а она нет. Так, ну вот тут написано, смотрите, вот тут плюс, вот тут минус. Что, как я обычно делаю, по-колхозному. Я беру, ставлю на 5 вольт. Потом беру вот эти вот клеммы. Это, конечно, руки отпадут. Это надо делать какую-то приспособу. Вот так минус, вот так плюс. И включаем. Но аккумулятор что-то ничего не хочет брать. Он показывает 18 ампер и тут же выпадает в ноли. Не знаю, ребят, с чем это связано. Напишите, кто знает из гуру, почему он так. Так, это он. Получается у нас минус, минус, плюс. Как вот его правильно заряжать? Да, чтобы зарядить аккумулятор, это, конечно... Многого стоит. Нифига он не за... Ну, состояние, гляньте, ребят, состояние нового. BF4, Alcatel. Ну, вроде не запаролен ни на кого. Там бог его знает. Может, на кого-нибудь и запаролен. Да, что я там подергал? Ему не хватает, его надо разогнать. Вот кнопка включения, а это кнопка поднять и сбросить. Но телефон реально классный. Ладно, не буду его мучать. Буду искать вот эти зарядники. Я уже сделал себе коробку. Там у меня все собрал все крутые зарядники. Именно оригинальные. Иногда ребята дарят мне зарядники, присылают старые. Короче, я сортирую, где оригинал, где не оригинал. И вот сейчас мне надо еще на Alcatel найти, на некоторые виды Motorola найти. Короче, чтобы полностью у меня все было. Так. Как тебя, любимый, вскрыть? Так, гуттаперчевый телефон. Так, Akkukang. Кто это у нас? Модель Idios X3. Idios. Идиот. Модель Идиот. Идиот обыкновенный. Идиот необыкновенный. Так, ну пробуем.
Скорее всего, самые крепкие аккумуляторы это в Моторолах. Фу, в Моторолах, в Нокиях. А это, скорее всего, так, крайне. Вот это плюс. Вот это плюс. Вот это минус. Пробуем. Так, и пробуем включить. Пошла жара. Huawei. Huawei штаны налей. Штаны налей. Работает. Ну и останется у нас лыжа. Лыжу, скорее всего, я проверю, потому что тут клемнички подходят. Все чики-чики. Раз, два. Проверим. Ух ты, красивенько. Все равно старая техника и старая техника. Не в пример новоделом. Все на одно лицо. Особенно китайские ноунеймы. Так, ну и что там тут пишет? Зювиль, Мурмиль. Короче, ладно, ребят, не знаю, что он хочет от меня. Дай бог ему здоровья. Будем проверять уже с сим-картой. Полностью заряжу. Тут у нас микро-USB, по-моему. Где, да, микро-USB порт. Что-то крышку как-то я сколхозил. Она должна была выдвигаться. А вот, закрылось все. А я как-то ее не в то дышло. Так, ну пробуем телефон LG. LG Incorporated. Раньше называлась компания, как кто знает, Gold Star. Потому что я бывший меломан, у меня кассет, наверное, 1000 или 1500 аудио. Поэтому у меня есть и LG кассеты, есть и Golden Star. Короче, у меня все есть от основания и Denon, самые первые. Так, плюс-минус. Называется КП-130. Сейчас тебя проверим, КП-130, рабочий ты или нет. Но вот эти телефоны я люблю за то, что они неприхотливые. Просто берете, симочку вставили и вперед за орденами. Положили в карман и на неделю забыли то, что телефон не надо заряжать. Классные телефоны. Поехали. КП-130. Ну не будь только колоченый, пожалуйста. Сделай нам праздник души. Так, что-то он долго грузится. Грузись, грузись быстрее. Так, вроде загрузился. Я тебя умоляю. Ну, и синяя подсветка. И. Ну, включись, пожалуйста. Ребят, что он не включается? Скажите мне. Загрузился и все, вот так, да, эмблемки. Веселье час и боль разлуки. Готов делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки. И в дальний путь на долгие года. Работает. Так, сейчас включаем громкую комплит. Я понял, мне надо громкая связь. Ребят, что-то он не... Так, ну все, работает. Теперь найти, что у нас, настройка. Так, браузер, Tools, вот Tools, настройки. Алярм, календарь, мемо, туду. Нет, мне надо телефон. Так, профили, вот, сеттинг, настройки, language, display, wallpaper, bright, power save to yes, abhs, во, ребят, complete. Вот это яркость, видите, а не вот это то, что у нас было. Так, и давайте посмотрим по language. Английский, итальянский, португальский, немецкий, нету русского.
Ну все, ребят, вот такой вот телефончик у нас завершил обзор. Называется LG KP130, все работает. Так что всем спасибо, кто меня смотрит. Спасибо огромное Рихарсу за предоставленные телефоны для обзоров. Кому понравилось, ставим пальчики вверх, подписываемся на канал. Все эти телефоны, которые вы видели, будут в конце видео. Пока-пока.